Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте прогулялась с подросшей дочкой по побережью в Майами. Кристина наслаждается теплой погодой вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Певица поделилась трогательными кадрами. Орбакайте уже давно живет на две страны. Она регулярно приезжает в Москву, чтобы повидать родных, дать концерты и появиться на сцене театра. При этом почти всю зиму артистка проводит в США, там в Нью-Йорке в школу ходит ее дочка Клавдия. В январе Кристина с семьей приехала в Майами, где отдыхает по сей день. После бурного празднования дня рождения Земцова, они наслаждаются спокойной и размеренной жизнью. 4 февраля Кристина поделилась кадрами, которые сняла ее дочь Клавдия. Сегодня море волнуется. Раз. Море волнуется. Два. Море волнуется. Три. Девочка засняла, как они гуляют по побережью перед закатом. Потом камеру взял Земцов. Оказалось, что Орбакайте оделась в одном стиле с дочкой. На певице были велосипедки и белый джемпер. Она также взяла с собой поясную сумку. Ее наследница предстала в розово-черном спортивном костюме. Ее брюки были закатаны до колен, как велосипедки. Получился единый спортивный стиль. Они прогуливались босиком, любуясь океаном. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение. We'll be right back.